За прошедшую неделю автовладельцев Мангистауской области оштрафовали почти на 22 миллиона тенге. По данным полиции, половина из них уже оплачена. Дело в том, что с 1 июля в городе Актау и Мунайлинском районе заработали камеры интеллектуальной системы «Сергек», и до 18 числа они функционировали в тестовом режиме. Именно с их помощью стражи порядка выявили больше 2000 нарушений ПДД. Сейчас больше 1300 устройств контролируют ситуацию на трассах и дорогах внутри населенных пунктов области. Все данные поступают в процессинговый центр и там анализируются. Установлена система «Сергек». По области 148 систем, из них по городу Актау 108, по Мунайлинскому району 40. Так, за 8 дней было выявлено 2171 нарушение, где было наложено 21 миллион 971 тысячи тенге административного штрафа.